11 марта на базе школы номер 15 прошел фестиваль педагогического мастерства. Основная цель встречи – это популяризация педагогических идей и распространение передового педагогического опыта. Открылось мероприятие выступлением детского хора воспитанников данного образовательного учреждения. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, у вас озера доброты. Стоит подчеркнуть, что в фестивале приняли участие более 200 педагогов со всех уголков республики. Почетными гостями на мероприятии были председатель организации «Учитель года» Эльвира Сайпуева, заместитель главы Каспийска Казбек Зимиров, начальник управления образования города Лариса Абрамова и многие другие. Дорогие учителя, мы сегодня с вами погрузимся в мир великолепнейших мастер-классов. Я, например, разрывалась. Я со вчерашнего дня читаю программу, прям душа рвется, почему я не могу и туда, и туда, и туда, и туда попасть. Вот, очень жаль мне. Поэтому я думаю, что мы все с вами что-то интересное вынесем. Я всегда говорила, да, вы не можете купаться в своей собственной работе. Вы никогда не будете расти, если вы не будете видеть другое, других учителей, других педагогов. Председатель организации «Учитель года» Эльвира Сайпуева также поблагодарила всех педагогов за вклад в развитие образования республики и рассказала о запуске акции, приуроченной году наставника и педагога. Более теплые акции невозможно придумать, когда ученик благодарит своего учителя. Сегодня я вышла вот с этой акцией. Она была торжественно открыта 2 марта в Кумыкском театре министром образования. И я хотела бы пригласить сюда Ларису Несимовну, почетного члена клуба учителей года Республики Дагестан. Особую атмосферу празднику и заряд энергии придали яркие выступления воспитанников детской школы искусств имени Сергея Агабабова. Колоритные танцы и зажигательные песни в исполнении юных дарований не оставили равнодушным всех присутствующих. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».